как живут узбекистанцы, узбеки и вообще все люди в Узбекистане. Это легко или просто? Многие в других странах, они понятия не имеют, как живут узбеки в Узбекистане. Я бы сказал, что это не так просто и не так тяжело. Почему? Потому что человек, который привыкший жить в этих условиях, в этих разных моментах, для него это просто. Кто-то старается обращать внимание на это, кто-то нет. Безработным трудно, у которых есть работа, чуть легче. Ну, смотря в каких обстоятельствах и каких условиях вы живете, конечно. Если вы какой-то богатей, там уже свои проблемы. Если у вас нету денег, там тоже свои проблемы. Как бы проблемы есть везде. В той же России, в той же Украине, в том же Казахстане, Киргизстане, в Таджикистане и в других странах. Проблемы есть везде. В Узбекистане, если вам интересна именно эта тема, на следующих видео я могу снимать именно, как живут узбекистанцы в Узбекистане, как вообще жить и на какую зарплату жить. Хочу сделать новый контент и новое направление, поэтому ваши лайки и комментарии будут очень кстати. Я буду знать, делать мне дальше контент или нет. Хорошие стороны Узбекистана, люди добрые, отзывчивые. Если вы гость, вам будет приятно. Но если вы через какое-то время замечаете, что люди вовсе не такие, какие вам казались, это так и есть. Изначально в Узбекистане гостей принимают очень гостеприимно, а потом, когда ты уже становишься своим, конечно, отношение будет уже другое. И вы будете на это все смотреть по-другому. Если у тебя есть деньги, ты хороший. Если у тебя нет денег, ты никто. Ну, это как обычно, как и везде. Поэтому на это удивляться не стоит.